Привет, и мы находимся в шикарном малазийском парке, парк орхидеи. И знаете, я даже не думала, что есть такие вот орхидеи разного цвета. Они есть здесь и оранжевого цвета, и вот такие вот нежно-сиреневые, и красные орхидеи. Это просто поразительно. Вот такие оранжевые орхидеи. Вот, просто поразительно, какая красота. Вот такое целое царство орхидей. И я, Иванова Лариса, царствую в этом царстве, как царица, царица орхидей. Вот как красиво. Вот, очень красиво. Здесь вообще и птицы поют, в этом парке есть и животные разные, которым здесь созданы очень вольготные условия. И вот такие, посмотрите, пальмы, которые упираются прямо в облака. Вот, просто потрясающе. Эмоциям нет предела. Да, вот такая красота. А за этим ботаническим парком уже находится город.